свершилось. Добыв за последние, вернее, предыдущие две серии все медальоны, ну и получив несколько достижений в качестве приятного бонуса, мы наконец-таки идем в финал. Давайте же выясним, чем закончится приключение в этой игре. На удивление, она оказалась сама по себе довольно простенькой, но тем не менее интересной. Понял. Та же самая схема, как и в прошлый раз. Хотя... Фух. Иди нафиг. Молодец. Хорошо запрятали сейв. Неплохо, неплохо. Тотальная бойня. Просто пережить все эти атаки, да и уничтожить босса. Я думал, будет сложнее. Ну ладно, посмотрим, может какие-то еще другие фазы будут. Ого. Что это сейчас было? Это по-тупому получилось, ну да ладно. Давай! Кроши, кромсай! Так, давай. Просто получаю удовольствие, брат. Терпим, терпим. Ох!
И это все? Босс-версия 2.0. Победите финального босса. Зашибись, за всю игру мы встретили всего два босса. Все остальное, что было, это просто комнаты на выживание. Ну, было потненько. Но на удивление, с первым боссом было намного сложнее, чем со вторым. Потому что мы тут уже так раскачаны, что пускай у нас атакует сколько хочет. При том количестве всего, что у нас есть. Долго бы он нас пытался завалить, конечно. Спасибо, я заберу все. Масло я люблю. Как же без масла-то? Приз за все открытые сундуки не дали, значит, я не все сундуки открыл. Ну что ж... Дом, милый дом. Закончить игру. Действительно, это все? Все, что нам предлагала эта игра? Мы относительно прошли. Давайте же глянем весь наш итоговый результат. Итак, понаходили целую кучу лута, которую вроде как нельзя продать. Что еще? Только разве что выкинуть можно. Но выкинуть нам не надо. Помимо этого, прокачались до максимального 22 уровня, открыли все доступные нам ветки, все умения. Открыли... Такс, открыли. Вот это добыли все. Собрали все амулеты. Из достижений мы не открыли все сундуки в игре. И что-то еще таки не досталось нам. Так, в плане карты. Нашли все, что можно. По крайней мере, я на это надеюсь. Раз мы не открыли все сундуки, значит, где-то что-то я упустил. Ну, что ж тут поделать. Теперь, что я хотел. Победили мы всех, будучи красивым, светлым рыцарем. Но вот в финал я, пожалуй, пойду темным. Красавчик. Ну, в принципе, сойдет. Atu had bravely tracked down and defeated all of the robot bandits that had ransacked his home village. He learned many useful skills on his adventure, which allowed him to recover the stolen sunflower oil and return it to the elderly villagers. He was so happy that the villagers could return to their peaceful and relaxing existence. Да, вот такая вот, как выяснилось, очень относительно короткая, однообразная, без каких-либо прям уж суперских нововведений. Сразу видно, что разработчики пытались что-то сделать грандиозное, но либо из-за нехватки бюджета, времени, желания, сил, возможностей и прочего, поурезали все, что могли поурезать, и в итоге то, что осталось, склеили в единое целое, и вот предоставили нам продукт. Ну что ж, в принципе, было приятно окунуться в эту игру и пройти ее настолько, насколько это было возможно, в моем понимании. Но, в целом,
мне понравилось. Ну а вам спасибо за просмотр и, соответственно, до встречи в моих следующих прохождениях. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.